Песни не очень известный как поэт, но очень известный как деятель, который занимается воспитанием детей. Это Валентина Николаевна Тазикенова. В честь праздника, в честь столетия вашего города написали вот эту песню и заставили меня петь. Я согласился. Сейчас попробую. Так что я ее не репетировал, буду петь по листку. Если... В гости я приехал в Агулак, там, где каждый дорог мне и рад. Вспоминая юность я свою, здесь о детстве песни я пою. Каждый раз, как прихожу домой, я любуюсь, Агулак, тобой! Снова я в кругу своих друзей, никого нет ближе мне, родней! Я люблю мой родной Агулак, и поселки, и речку Кумак. Помню, здесь я когда-то запел, и о будущем думать не смел. Я люблю мой и поселки, и речку Кумак. Здесь когда-то я песню запел, и о будущем думать не смел. Помогайте! Сколько зим прошло, уж сколько лет, я родному дому шлю привет. Я вам песни новые привез, как цветы страны из белых роз. А к Агулаку нынче юбилей, всем бокал шампанского налей! Поздравляю всех агулакчан! И желаю много счастья вам! Я люблю мой родной Агулак, и поселки, и речку Кумак. Здесь когда-то я песни запел, и о будущем думать не смел. И все вместе! Свой родной Агулак, и поселки, и речку Кумак. Здесь когда-то я песни запел, и о будущем, о таком будущем точно думать не смел. Спасибо! С праздником вас!